и сделать вы ничего не можете. И весь господин, и как он решит, царь, так и будет. Ничего подобного. Это ложь. И стишется она будет, пока мы будем в эту глупость верить. И изменится все в одночасье, когда нам верить в это надоест. И сегодня перед каждым из нас огромная, титаническая, очень сложная, трудная задача. И очень нелегкий путь, поверьте. Я по этому пути, и мои товарищи, идем давно. И я знаю, насколько он тернист. Я знаю, какие огромные, невероятные желания у сотрудников пересажать нас всех в тюрьму. Но всех не пересажают. И пока мы друг за друга стоим, этого не будет. Они испугаются этого. Но когда мы разойдемся, по каждому, отдельно, индивидуально начнут работать, и вот тогда, да, мы будем отброшены на года, на десятилетия назад. Мы не можем себе это позволить. Мы должны солидарно, вместе бороться за сознание людей, открывать людям глаза, приводить их сюда, приводить их...